Это мой любимый анекдот про врача. Извините, черный врачебный юмор не могу не поделиться. Пациент приходит к доктору, задает ему вопрос: «Доктор, я буду жить?» Вот. Доктор так сидит, размышляет, так смотрит, так крутит историю болезни. Он спрашивает: «А зачем?» Вот когда наша жизнь под угрозой, мы не задумываемся, зачем. Вот. А как только с жизнью все хорошо, мы начинаем думать, зачем, и страдать. То есть ухудшать ту жизнь, которую мы так героически боролись, для того, чтобы жить.